Доброго всім здоров'я. Сьогодні до нашої вечірньої студії завітав виконувач обов'язків заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Ігор Шеплєв. Доброго вам вечора, пане Ігорю. Можна сказати, що цей тиждень на Херсонщині він проходить не тільки під знаком підготовки до гідної зустрічі 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Здається, про децентралізацію в Україні не тільки вже говорять, а й врешті приступили до її реалізації. Про це ми і поговоримо протягом наступних 30 хвилин. Розпочнемо ми з вашого, шановні глядачі, дозволу із самого початку. Що це означає і що це дасть пересічному українцю? Ну, прежде всего, так, чтобы было понятно рядовому зрителю, децентрализация – это передача значительных полномочий от государственных органов власти до органов местного самоуправления. Вопрос для Украины очень злободневный, потому что еще с самого начала нашей государственности органы местного самоуправления, ассоциации местных городов, сел, поселков постоянно ставили вопрос о передаче полномочий на места. Так получилось, что в наследие от Советского Союза нам досталась жесткая иерархия, все вопросы решались сверху, на уровне сел, поселков вопросы практически не рассматривались. И вот на сегодня мы подошли к тому моменту, когда действительно необходимо разрубить этот узел и дать полномочия на органы местного самоуправления. Но опять же вместе с полномочиями нужно передать и ответственность. Почему? Готовы ее брать? Готовы ее брать? Сельские головы, селищные, врешті громада, сами процесс, люди, вони готовы? Процесс довольно сложный, потому что брать полномочия согласны все, а брать на себя ответственность готов не каждый. И это показали последние встречи с председателями сельских, поселковых советов. В чем вообще суть? В принципе, на сегодняшний день государство сказало, мы готовы передать полномочия на места, но к этому нужно подготовиться. Самые на местах. На местах, да. Что было до этого? На сегодняшний день вся система, которая разрешительная наша, она функционировала по различным уровням власти. Сельский совет решал одни вопросы, районы другие, областной третий, государственный уровень четвертый. Государство сказало, да, мы согласны передать вам все эти полномочия, но организуйтесь на местном уровне с тем, чтобы быть готовыми эти полномочия принять и донести до людей на определенные территории. Вот мы и предложили сформировать определенные территории, компактные, где-то 20-25 километров, где-то 300 тысяч квадратных километров, с численностью не меньше, чем 3000 человек, по территории Херсонской области. 25, я перепрошу, километров, это от центра, от центра, да, от центра данного объединения. Диаметр до 50 километров, да. И в данном объединении как раз и передать данному объединению функции по оказанию услуг населению. Угу. Принципиально мы уже сделали первый шаг в прошлом году, когда в рамках бюджетной реформы, изменений в бюджетном кодексе, мы закрепили за местными органами самоуправления конкретные источники доходов. И государство сказало, что мы регулируем уровень доходов на душу населения только по двум источникам. По доходной, например, и прибыль. По остальным налогам, пожалуйста, зарабатывайте. Чем больше заработаете, тем больше будете на себя тратить. Но тратить нужно с умом. И отчитываться перед той, тем обществом, которое находится на данной территории, о том, как качественно вы их распределили. Опять же, не каждый готов. Тратить готовы все. По последнему анализу мы для себя выяснили, что практически те села и поселки, которые содержат менее 3000 человек, практически 100% финансового ресурса тратят на содержание того органа исполнительной власти, который находится на месте. Практически 100%. И уже начиная с порога 3500-4000 человек, этот процент уменьшается до 50-40-30. Соответственно, и идея в том, чтобы оптимизировать структуру власти вот в этом объединении, и дать возможность более рационально использовать финансовый ресурс. А вот этот маленький населенный пункт, 3000 осіб, он залишиться без влади, по сути? Нет, почему? Предлагается на данной территории выбрать старосту, который будет
и выступать тем носителем власти, и будет членом исполкома в данном объединении, и будет представлять интересы данного населенного пункта. Но вот на сегодняшний день сложилась ситуация. Это, смотрите, в одном населенном пункте есть карьер. Да, он готов использовать эти деньги, а в другом, например, есть какой-то водный ресурс, или есть недостроенная школа, или школа готовая, или садик к использованию. Но эти села не могут найти между собой общего языка. Мы им даем такую возможность. Пожалуйста, объединитесь. В рамках таким образом, объединенных территориальных да, в рамках громад, громады, чтобы оптимально все это сконцентрировать. Буде бюджет, наповнюється да. Підприємство, і буде абсолютно інфраструктура, верно. І буде все. На базі одного сильного населеного пункта, который будет как раз координировать и обобщать. Це такі своєрідні кущі. Да, так, от як за радянських часів були такі кущова система, і оце такі схема, да. В принципі. І, соответственно, вот эти объединения при определенном условии могут приобретать статус городов областного подчинения. То есть иметь напрямую отношение с государственным бюджетом, получать напрямую субсидии, дотации и иметь возможность напрямую развиваться по капитальным вложениям с государственного бюджета. Это уже напрямую заявлено и президентом, и премьер-министром. А скажите, пане Ігорю, ви як фахівець у бюджетній сфері, у фінансовій, от наскільки вдалими були оці перші кроки децентралізації, які у бюджетному процесі минулого року було закладено? Я з огляду на що? Скажімо, ті ж фізкультурно-спортивні товариства на горі не передбачили, сюди не передали. І вони як випали із... Ну, я так думаю, что по спортивным обществам, скорее всего, это быстрое решение, которое не успело обработаться государственным бюджетом. То есть ситуация, которая абсолютно не связана, будем так говорить, с некачественным принятием бюджетного кодекса. Один источник убрали соцстрах, а другой источник не успели организационно обеспечить для функционирования данных организаций. Что касается качества, я вам скажу одно, что вот мы закончили первые 4 месяца, вот заканчиваем, и по оперативным данным у нас уровень наполняемости бюджетов по сравнению с прошлым годом составляет в среднем 26%. 126%. То есть есть 150%, есть 110%, но средний уровень 126%. То есть на сегодняшний день практика показала, что те источники доходов, которые закреплены за местными органами влады, сработали. Это, во-первых, акциз с конечных продаж по табаку, по алкоголю, по ГСМ, горюче-смазочным материалам, налог на недвижимость, ну прежде всего налог на имущество по коммерческой недвижимости, будем так говорить, и плюс были расширены права по налогу на землю. То есть все это дало определенный эффект, и на сегодняшний день государство не будет пересчитывать и забирать источники доходов у этих бюджетов, а они их полностью будут тратить на свои нужды. А вот місцеві чиновники, как вы гадаете, они сразу зорієнтувалися у цій ситуації? Вони змогли вчасно, оперативно використати той ресурс, яким їм було надано згори? Чи інерція довго ще правила? Понимаете, тут опять же все зависит от того, насколько власть на местах оперативно ориентируется в новых условиях изменения законодательства. По определенным территориям у нас, например, новые источники пошли с превышением в 200%, 300%, 800%. А по отдельным территориям даже единой копейки не поступило, потому что не смогли сориентироваться и обеспечить поступление от новых налогов. Ситуация абсолютно разная, но она отрабатываемая. Мы ее сопровождаем вместе с налоговыми службами, вместе с администрациями районными. Я так думаю, что на конец этого года у нас все советы выйдут на нормальный уровень обеспечения администрирования поступления налогов в местный бюджет. Коли говорити про децентралізацію, хто має брати, може брати участь у цьому процесі? І хто зобов'язаний? Ну, по обязательствам обладміністрації обязаны провести формирование перспективных планов формирования данных территорий. Я подчеркиваю, перспективный план формирования территории, никакой обязаловки. Мы перспективно для себя оцениваем наши возможности. Наши возможности. Решение будет принимать каждое село, каждый поселок, и будут объединяться только с добровольного согласия. Сейчас мы прогнозируем, а насколько мы можем теоретически создать такие группы и насколько они будут жизнеспособны. Процесс долгий, процесс, я не скажу, что он без конфликтов.
Мы настроены на то, чтобы выслушать каждую сторону. Мы привлекаем для этой работы и общественные организации, и, будем так говорить, религиозные, то есть там, где затрагиваются демографические процессы и вопросы национальных меньшин. Угу. То есть это тоже серьезные очень вопросы. Дуже багато факторів. Да, вопрос долгий. Начало положено. Угу. Мы начали работать. Созданы рабочие группы. Областная, она уже заседала. Созданы вот сейчас в районах районные группы. Они вот с сегодняшнего дня начали работать и уже появились первые сигналы. Да, без споров не возникает, будем так говорить, ничего качественного. Но этот процесс нужно пройти. А чи залежить у цьому процесі щось від самої громади? Пересічні жителі? Абсолютно верно. Потому что... Майбутньої об'єднаної територіальної громади, вони беруть у цьому участь? Во-первых, довольно активно. Уже пошли звонки на горячую линию. Угу. Райадміністрації дають нам сигнали, що кроме председателей сельских поселковых советов, в обсуждении активно участвуют общественные организации и рядовые граждане. То есть каждый имеет право высказать свое мнение. Но в конечном итоге мы должны создать максимально идеальную модель для того, чтобы люди испытали как меньше дискомфорта от того, что мы собираемся провести, от этого объединения. А что нам пропонуется за зразок, яка модель? В принципе, за основу взята польская модель. Угу. Но этот же путь в свое время прошла и Германия, и Франция. То есть, ну, за основу мы берем, опять же, польскую модель, но со своими особенностями. Мы, опять же, сами регулируем расстояние между населенными пунктами. Например, если взять Закарпатскую область, Волынскую, там 25 километров, это довольно много населенных пунктов, там большая плотность населения. Угу. У нас более степные районы, нам дано право увеличить, например, до 35-40 километров. И тут же встает вопрос о качестве дорог, то есть и этот вопрос мы рассматриваем. Це и качество услуг. Також вони віддаляють. Да, но сперва нужно подготовить инфраструктуру, угу. То есть оговорить, какую модель мы хотим создать, вот этого объединения, а дальше мы уже можем спокойно передавать туда перечень административных услуг вместе с теми представителями, которые ее оказывают. То есть в идеале услуга приближается к человеку на расстояние до 25 километров, 30. Вплоть до того, что и оказание услуг скорой помощью также подвязаны вот под эти изменения территориального обустройства. А скажите, пожалуйста, а чому саме от польская модель розробникам проекту децентрализации? От, ну, во-первых, она самая свежая для нас, то есть она проводилась угу. относительно недавно. И во-вторых, она в какой-то мере похожа на нашу модель. Вот ту ситуацию. Угу. Единственное, что, конечно, будем так говорить, Польша не до такой степени была подвержена последствиям вот того влияния устройства Советского Союза, угу. то есть они позже, будем так говорить, присоединились и меньше были подвержены этому. Мы этому были подвержены больше. Но единственное, что на сегодняшний день ясно, что без приближения, будем так говорить, услуг до населения максимального, и без взятия ответственности органов власти на себя мы не сможем дальше перенести центр тяжести на местное самоуправление. А задача стоит перенести центр тяжести именно на местное самоуправление. От приїжджав дуже розумний чоловік, він очолює Інститут розвитку територій, Юрій Ганущак. Він, власне, розповідав про програму децентралізації в Україні. Зокрема, він сказав, що у Польщі із 49 воєводств утворили 16 лише за півроку. Тобто вони пішли шляхом укрупнення. Можливо, з цього почали говорити про те, що і Херсонщину приєднає до Миколаївської та Одеської областей, аби створити так званий Причорноморський регіон. Однозначно об этом речи не идет. То есть на сегодняшний угу. день территориальная реформа будет проведена в рамках существующих областей, которые есть. Это уже окончательное решение. На территории области будет создано не больше 50, где-то 7-60 вот таких территорий, округов, которые мы планируем создать. Цель одна. Эти округа формируются только на базе какого-то одного сильного населенного пункта.
и остальные, как говорится, населенные пункты выполняют роль, то есть его как сателлитов, которые в принципе помогают ему с учетом земельных вопросов создать вот это вот объединение, которое может нормально функционировать по оказанию качественных услуг населению, прежде всего. И называтимуться вони округи. Ми відходимо від районів, так? Я говорю слово округ, пока еще название не определено. Как оно будет определено, это уже будет утверждено законодательно, да, отдельно в рабочем порядке. Пока ми просто для удобства говорим округ. А може же і райони залишитись, чи це? Може бути і названня район. Ну, я так думаю, чтобы не было задвоения и не было неправильного понимания, потому что у нас слово район закреплено чуть-чуть в другом понятии. Район – это административная единица, где райадминистрация контролирует на определенном уровне все процессы. Да. То есть есть неправильные ассоциации. Мы говорим про округ, совершенно наделенный новыми полномочиями. Ну, вы же понимаете, это не только территорию треба буде переформатувати, это треба змінити свідомість у людей. Це дійсно дуже складний процес. Мені здається, це навіть складніше. Ви самі ще сказали, себе, що район – це стійка асоціація. Я даю отчет, що дійсно, це процес доволі, будемо так говорити, довгий, трудоємкий, тому ми стараємося в рамках даної реформи не виходити за територію существуючого району, а розділення осуществляти в рамках существуючих районів. Если будут там спорные населенные пункты, это будут решать уже население этих населенных пунктов, где они хотят быть, в этом районе или в этом. Что касается работы с населением, то в принципе мы рассчитываем на долгий процесс общения. Рабочие группы, офис, который создан реформ, будет выезжать в каждый населенный пункт, в каждый район, там, где будет конфликтная ситуация, и будет проводить работу. Но вот на сегодняшний день мы уже имеем примеры по Каланчакскому району, там, где эта работа практически подходит к завершению, по Каховскому району. То есть там... Нет, абсолютно. Люди сами. Сами организовались? Да, сами организовались и увидели, что да, вот в таком формате им удобнее работать. Ведь в чем трудность? На сегодняшний день вот районный бюджет, есть села-поселки. Перераспределить финансовый ресурс с села на село, это нужно принять кучу программ, кучу договоров, обменяться финансовым ресурсом, потом еще куча отчетности. То есть процессы очень долгие. А бывает, что программа должна сработать за неделю, за две, за три. Мы хотим упростить процесс, чтобы то, что сейчас хотят сделать данные населенные пункты совместно, было сопровождено минимальными затруднениями с их стороны и с точки зрения законодательства. Ну, то в Каланчатском районе, вони, на каком зараз этапе? Як вони они на этапе принятия, да, принятия решения сессий, уже практически районы местных. И они уже, я так думаю, будут у нас первыми, кто примет решение по объединению данных территорий. А есть... скільки вони там собі намітили цих об'єднаних територій на район? По району обычно вот, на практике не больше 3-4. В основном вот до 3. Идет в зависимости от величины района. Например, вот если Новотроицкий, например, там довольно большой район, там будет, может быть, где-то 4 таких территории. Если это маленький район, верхний, ну, вот верхний Рогаческий район, то там практически и разделения никого не будет. Берется в целом модель с центром у себя, это верхний Рогачик. Добре, а які гілки влади існуватимуть от після завершення процесу децентралізації? Исполнительные органи влади, исполком, з членами исполкома, те же депутати, ради даного совета. И плюс старости, которые будут членами исполкома и членами этого совета, если их выберут, которые также будут иметь право голоса и будут представлять и на исполкоме, и в совете интересы данного населенного пункта. Це адміністрації у тому вигляді, в якому вони зараз існують? Их не будет. Администрации, сейчас идет речь о том, что, скорее всего, администрации будут выполнять роль как префектуры во Франции. То есть они будут следить за тем, чтобы на территории данных объединений не нарушался закон. То есть чтобы все нормативные документы, которые принимались там, они были в рамках действующего законодательства. Ну, и с відповідними повноваженнями, чи це така собі англійська королева просто? Ні, повноваження є. То есть, если они имеют право приостановить данное решение и направить его в суд для последующего рассмотрения.
Ну, дивіться, говорять про те, що країни, наче досвід, ми наразі справимось, вони саме децентралізувавшись, зуміли досягти досить високого рівня розвитку. Ви от, стоячи на початку цього шляху, як ви вважаєте, нам це до снаги? Я понимаю следующим образом, что только в результате данного объединения и данной реорганизации мы можем получить значительный финансовый ресурс от европейского сообщества для того, чтобы развивать свою инфраструктуру. Потому что в таком случае они нас поймут, они поймут, что мы идем в сторону местного самоуправления, что мы идем на самую базу формирования общины, и они, живя и работая по таким принципам, могут нас понять и передать сюда определенную помощь, как информационную, так и финансовую. Я считаю, что это вполне гармоничный процесс, и нам его надо пройти. Ну, скажите, а покарання передбачено за гальмування децентралізації? Нет, нічого? Це абсолютно все никаких наказаний, единственное, что... Ну, так воно може затягтися на роки. Мы пошли от обратного принципа, принцип мотивации. Есть региональный фонд развития, 101 миллион гривен. Мы уже на сегодня сказали, мы вам рассчитываем, например, вот на территории области по численности населения, по протяженности дорог, по социальной сфере определенную сумму из этих 101 миллиона. Каждая объединенная вот эта организация имеет право после того, как она приняла решение на объединение, получить этот финансовый ресурс для развития своей инфраструктуры. То есть это прямая заинтересованность, 2-3 миллиона, например, на определенную территорию. Я так думаю, что лучшей мотивации, как финансовой для развития инфраструктуры, не придумаешь. Это розраховано, знову ж таки, на свідомих людей, да, свідомих керівників. Но в основном мы ставим акцент на разъяснение. Я так думаю, что постепенно принимая решения, которые будут мотивировать данные сельские, например, поселковые советы к объединению, мы как раз вот качественно и добьемся ихнего желания на какой-то основе, на каких-то интересах объединиться и получить какой-то эффект на своей территории. А ще краще показати. І показати. Вже не просто розповідати, а показати вже якісь конкретні приклади. Я думаю, що у нас все-таки Каменчатський район, саме короткий район, в саме короткий срок у нас появляться яркі приклади, які підстегнуть інші територіальні, будемо говорити, совети, тобто совети для того, щоб об'єднатися і знайти спільні інтереси в рамках тої території, на якій вони живуть. Ну, все ж таки, мені здається, про терміни ви говорите, хоча б у планах у своїх. У нас жестко оговорен срок начала. То есть мы вот начинаем, например, с сегодняшнего дня. Срок окончания, он не оговорен ни в одном документе и не будет оговорен. Потому что ни одно село, ни один поселок не будет силовым методом вовлечен в этот процесс. Только добровольно. Первый процесс, он самый, я считаю, болезненный и ответственный. Мы должны таким образом спрогнозировать вот это перспективное распределение этих объединений, чтобы люди сами увидели, что это гармоничное объединение, оно действительно соответствует их интересам. И в процессе обсуждения они сами подошли к тому, что они проголосуют за это и вольются в этот процесс. Ну от ви слухаєте сільських, селищних голів, активістів громадських. Чого вони бояться? Чи все ж таки побоювань немає, а вони на ураз приймаються ці реформи? Відповідальності. Всі на сьогоднішній день бояться тільки відповідальності. У нас на сьогоднішній день привикли на базовому рівні жити следующим образом. Ви нам дайте какой-то финансовый ресурс, ми його істратим і ні за що не відповідаємо. Мы предлагаем другой вариант. Вы возьмите вместе с собой, вместе с правом тратить финансовый ресурс и ответственность за то, как вы его пользуете и как вы принимаете решения. Ну, скажите, такого роду, можливо, якихось курсів, навчань, цьому ж треба вчитися. Це йдеться про заробляння грошей, так? Це певний менеджмент, маркетинг, це складна така система, структура. Обучение на цьому треба розумітися. Обучение йде постійно, і не один год. Я вам скажу, не секрет, то, що зараз відбувається, 5 років назад ще в перший раз прозвучала ідея територіальної реформи, і ще в то время, і на протяжении этих 5 лет, постоянно на тих курсах повышения квалификации по органам местного самоуправления, везде є розділ по даному направлению. Тобто на сьогоднішній день проблем в знаннях нет. Есть проблема желания, есть проблема взятия ответственности на себя за эти процессы.
А остальное все, оно в принципе оговаривается в процессе обсуждения. Если тебе что-то непонятно, сядь, обсуди, выясни для себя и пойми, опасно это для тебя, нет, приемлемо, неприемлемо. Угу. Проблем существует много и в существующей вот системе. Даже вот взять город Херсон. Вот город Херсон, Садовая, например, Степановка, Чернобаевка. Угу. Там есть куча проблем. Люди с Садового идут лечиться в город, в больницу. Хотя, в принципе, относятся к Белозерскому району. Люди по Чернобаевке, вот недавно был серьезный конфликт, когда люди с Чернобаевки протестовали, что им считают движение маршрута как по району. Они находятся на территории района. Они считают себя жителями Херсона. Предместья. Да, вот мы считаем, что мы сейчас должны сформировать вокруг Херсона как раз вот эту вот зону, округ, куда войдут все эти, например, населенные пункты. И они себя полноценно будут чувствовать жителями города Херсона. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Вона добігла свого кінця. Нагадаю, з вами був Ігор Шепель, виконувач обов'язків заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Коли нам вже і випало на долю жити в епоху перемін, все-таки сподіваємось, що вони будуть на краще. Бережіть себе і не втрачайте оптимізму. До побачення. До свидання.